Поздравить актеров, режиссеров, сценаристов, в общем, всех, кто причастен к приключенческому фильму «Ох уж эти деды», собралось множество одесситов. В фойе киностудии царила по-настоящему семейная обстановка. Да и как могло быть по-другому? Ведь Одесская киностудия давно не снимала детских фильмов. В нашем городе продолжают творить, работают, активно очень работают такие изумительные актеры, народные артисты. И низкий им поклон за то, что они приняли участие в этом фильме, который фактически посвящен детям, предназначен детям, для детской аудитории. История пенсионеров, которые решили покорить авторалли на раритетном «Москвиче», получилась очень интересной. Режиссер фильма настаивает, что это лирическая комедия, в которой есть место и драматическим моментам, и хорошему доброму юмору. Он не только поднимет настроение каждому зрителю, но и заставит задуматься. История происходит в Одесском дворе. И, в общем-то, четыре деда, а три из них народных артиста, известных наших любимых, борются в автомобильном шоу «Кубок Лиманов» с другим дедом, который, значит, хочет им подстроить всякую неприятность, чтобы они не победили. Ну, в общем-то, телезрители, я думаю, увидят этот фильм и сами все поймут. Наши дети, они всегда приключениям и к спорту относятся с интересом. Потому этот сценарий родился как бы сам по себе, и он произошел и воплотился в жизнь. Съемки фильма проходили весной этого года. За несколько месяцев знаменитые актеры и маленькие их коллеги успели сдружиться, а полученный опыт стал бесценен для обеих сторон. Больше я брала их как бы в пример для подражания. Вот они говорили без всякой там запинки, и как бы тоже хотела себя показать, то что я тоже могу быть как бы опытной актрисой. На съемках всегда интересно. С детьми это даже немножечко опасно, потому что их переиграть, их и, как мы говорим, собак и кошек не переиграешь. Но с детьми очень всегда интересно, всегда очень неожиданно. А ну это все профессия, мне это всегда нравится. И тем более это наши дети, мы с ними вместе работаем. И вот получить от них доверие, а на экране особенно, это всегда очень интересно. Одесская киностудия славится своими фильмами для детей. На них уже выросло не одно поколение. И вот теперь традиция возрождена. Зрители признаются, фильм наполнен одесским колоритом и сказочным авантюризмом. Так что точно понравится всем.